Оптовая цена одной парафиновой свечи 4 рубля 90 копеек. В этом магазине все свечи проданы, в продаже их больше нет, ведь спрос на свечи вот уже месяц повышен, и продавцы говорят, виной всему конец света. Со слухами о конце света у нас все свечи ушли в лед, буквально за последний месяц. Вообще свечи не осталось, у нас даже разбирают вот такие свечи, декоративные. Подобный ажиотаж наблюдается и в Иркутске. Юрий Верясов, хозяин торговой точки, демонстрирует остатки товара повышенного спроса. Эти 5 свечей последние, да и те декоративные и ароматизированные. Но их разбирают с невероятной скоростью. За последнюю неделю мы продали где-то 7 коробок. У поставщиков уже закончились свечи. Не знаем даже, где их взять. Впрочем, повстречавшиеся нам в улан-удэнских магазинах покупатели пришли сюда не за свечами. А если и берут их, то уверяют, что делают это отнюдь не из-за конца света. Будет, если конец света, все равно это и не понадобится. Ни свечи, ни тушенка не поможет, естественно. Да? Естественно. Понятно. А почему так уверена, что конца света не будет? Ну, вот почему-то уверена. Да, конечно, нет, ни в коем случае. Я себя совершенно спокойно чувствую. То есть конца света не будет, нет, конечно, и свечи покупать не надо? Да, да нет, ни в коем случае нет. А не сталкивались с такими людьми, которые закупают свечи? Ну, я, знаете, вот сюда на оптовку ходил, по-моему, здесь все разобрали. Ага, а сами зачем покупаете свечи? А сами это я просто вот, вот эти я, допустим, беру сувенирчики, видите, по 42 рубля на стол поставить, очень красиво будет. Произойдет ли что-то 21 декабря, мы узнаем уже совсем скоро. Если конец света не наступит, запасливым горожанам эти приготовления все равно не помешают. Дмитрий Гамбоев, Александр Хамаганов. Новости дня при содействии телекомпании НТС.